Здорово! Сегодня видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давайте посмотрим, какой колхоз нам сегодня сделает автосборочка. О, прикольно, какой-то вот такой вот спорткарчик, я бы даже сказал. Фаворит, Нерпа, два уравнителя, Аврора. Но что-то как-то я смотрю, здесь вот внутри пусто. Ничего не стоит особо, никаких модулей, только Нерпа. Ну и собственно все. Но на 6000... Мне кажется, этот крафтец будет неплохо кататься. Здесь у нас на чем стоит? Ну, мы этого не видели. Здесь у нас что? Здесь у нас решеточки. Но за исключением вот этого, все здесь, в принципе, нормально. Для автосборки это прям что-то с чем-то. Ладно, погнали тестить. Крафтец мне прям понравился. Выглядит неплохо. Пушки вроде как стоят более-менее нормально. За исключением Авроры, конечно же. Ну, будем считать, что мы этого не видели. Фаворит, мне кажется, здесь даже и не нужен будет. О, у нас тут сцепка, прикиньте. Ну-ка, давайте фигачим. Ну, давайте уж тогда и для приличия фаворит прожмем, раз уж он стоит. Кабанчики тут летают. Вообще жесть, на малом ОМе гораздо интереснее кататься, чем на среднем, если честно. Потому что на среднем там, ну, меты катаются, все вот это. На малом ОМе тут такой колхоз можно увидеть. Ягуайчики, здравствуйте. Это сразу до свидания. Сразу разворачиваемся и в гараж, потому что ягуай это... Очень неприятно. Спасибо, блокчейн, за аврорку тебе. Мы тебя вот так вот добиваем. Давай, сцепочка, покажи класс на кайзю. Второго, поди, какие-нибудь минки стоят или что-нибудь такое. Вообще, я хотел бы попробовать такую сцепку. Но что-то как-то не получалось еще. Ну-ка, здравствуйте, осы. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, вроде отстрелил я ему. Замечательно, еще один пушкарь. Нет, я все, приехал. Пацаны, защищайте на сцепочке, пожалуйста. Я тут все... Я инвалид, у меня колес больше нету вообще. Один уравнитель остался. А нерпа есть? Нет. Нерпа осталась, замечательно, я могу стрелять. И последний где-то катается. Давайте, я верю в вас, я морально с вами. У нас победа. И сколько очков за бой, интересно? У нас 1017 очков за бой и третье место по команде. Неплохо для автосборочки, и крафт мне вообще в целом понравился. А давайте-ка мы его, наверное, даже сохраним. Куда бы сохранить, я даже не знаю, мне некуда сохранять, вот так вот. На выставке, мне кажется, появится этот крафтец. Ладно, давайте что-нибудь новенькое. Итак, нет, я это не хочу. Давайте поставим фильтр, вот если колхоз, то прям, о, смачный колхоз. Давайте от 10 тысяч. Автосборочка думает. Не в том направлении ты думаешь, что-то мне легкое это пытаешься собрать. Давай прям смачный колхоз. Ой, там уже что-то было страшное. Да, непростой выбор, автосборка думает. О, вы серьезно на 10 тысяч? Малыш и искра, офигенное сочетание, тут ничего не скажешь. Причем малыш, смотрите, на чем стоит, на крышах БТРа. Искра, да, ну не прикопаешься просто, я в шоке. Зачем здесь решетки, я не знаю. Ну ладно, решетки и решетки, хорошо хоть не крыша БТРа. Офигеть, не встать просто, это что? Это мечта. А этот еще стоит, это... Погодите, сколько боезапасов? 8, мать его, боезапасов. Еще и газген там стоит. Нерпа, исполин. Это что такое? Что это за взрыв пакет? Я первый раз вижу столько боезапасов. Офигеть. Вот это прикольно, конечно. Но всегда что-то новенькое интересно. Давайте протестим этот крафтец. Если честно, мне хочется, чтобы мой крафтец побыстрее взорвался. Мне хочется посмотреть, как бомбанет 8 боезапасов с газгеном. Это, мне кажется, будет очень эпично. И такого, мне кажется, никто не делал. Ну, просто таких безумцев нету, которые ставят 8 маленьких боезапасов с газгеном на один крафт. Но я бы понял, если бы было там, не знаю, 4 больших боезапаса. Ладно. Зачем 8 маленьких, скажите, пожалуйста? Ну... Я не знаю, как это объяснить просто. Это необъясняемое явление. Давайте фигачим. Один малыш на 11 тысячах. Это, конечно, очень круто. Это неописуемые впечатления. Если этого добили. Пацаны, вы что, на меня? Ты на автосборку? Давай, иди отсюда. Сейчас психические атаки у тебя вызовут. Ты со стула там грохнешься со смеху. Я тебя, пока ты там со стула вставать будешь, домучаю, может быть. Ой-ой-ой, половинка страшная. Мститель, да повернись ты уже. Мститель по сторонам только... Ой, уже не мститель. Малыш крутится по сторонам, но куда надо не стреляет. Я поражаюсь просто.
Так, мы всех уделали, давайте еще одного. Где последний? 689 очков за бой. Приятно, приятно. Значит, я какой-то вклад в этот бой все-таки вложил. Вот мне интересно, какое место у меня будет по команде. Если будет в первой четверке, это будет очень забавно. На автосборке занимать первые четыре места, это вообще очень круто. А где он реально? Я его не вижу вообще нигде. А, вот, все, увидел только что вот здесь вот. Пацаны, он спалился. На карту-то никто не смотрит, что ли? Где он там? Куда он исчез? Он в хамелеон, что ли, ушел? А, нет, вот он, спалили. И делаем ставки, какое у меня место по команде. Ну-ка, победа, и у меня 839 очков за бой. Ну, чуть-чуть не уместился в первую четверку, у меня пятое место, но не самый плохой вариант, что могу сказать. Давайте что-нибудь новенькое соберем. Итак, автосборочка, давай. Ох, нифига себе, там самолет был. Прикольно, прикольно. Это что? Это что-то на молотобоях у нас, на 8000. Я сейчас на 8000, если что, поставил. Следующий крафтец возьмем уже на... любой его, мне интересно, что соберет автосборочка. У нас два молотобоя, две нерпы, газген, жесткач, хамелеон. Ну ладно, погнали вот такой вот крафтец тестить в рандоме. Такое чувство, что я сейчас поехал на 6000, но на самом-то деле я еду на 8. И меня сейчас, мне кажется, просто по стене размажут. Ой, ой. В принципе, да, уже союзы меня в скалу куда-то тащат. Вот куда поехать-то, я даже не знаю. Мне в хамелеон уходить и кому-то приезжать пробовать грохнуть, если честно, страшно. Потому что хпшек у всех достаточно много, а у меня хп нету. Молотобои хоть стоят на решеточках, на кабинке, и на том спасибо, здравствуйте. Но рискнем, здрасте. Ой, 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 пацаны, извините, я не хотел. Я туда не поеду лучше, потому что страшно. Ох, ё-моё, там целая команда. Хорошо, я туда не поехал. Так, ну, мне максимум можно вот сейчас чуть-чуть подгадить. Здравствуйте, пацаны. На тебе, паучара. Блин, беги, беги, пожалуйста. Как я так накосячил прям перед ними в столб въехать? Ну, конечно. Так только лоер сможет. Здрасте, здрасте. Вы меня не видели, надеюсь. Хаверастик, привет, подгадим тебя немножечко и свалим, надеюсь, беги, беги, беги. Так, 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 нерпа нету, все, нерпа потеряна. Пацаны, я вам немножко подгадил, я думаю, вы не против. Взял испепелителя, грохнул просто так. Неплохо я, в общем-то, туда заехал, завалил испепелителя. Я вот думаю, можно туда еще сунуться, когда перезарядится хамелеон. Так, хамелеончик у меня уже сейчас перезарядится, замечательно. Я вот думаю, ехать, не ехать. Я думаю, ехать, союзы сейчас там. Хотя, погодите, здесь у нас союзы одного грохнули. Ай, блин, блокчейны. Не-не-не-не-не-не-не. К вам один на один не хочу ехать. Вот пока союз тут есть, пацаны, пацаны, оставьте кусочек от этого блокчейна, я попробую его завалить. У меня перегрев, у меня нерпы нету. Вот одна тычка ему осталась. Не-не-не-не-не, пожалуйста. Печально, конечно, все было пока что идеально, пока я не доехал до этого человека. Я его мог завалить, но я перегрел случайно молотобойчики свои. Печально, печально. Очень печально. Давай, очагист, тащи. Троих, я думаю, уделаешь точно. Проиграли. Ну как же так-то? Такие были шансы. У нас поражение. 555 очков за бой, второе место. Не самый плохой результат. И давайте соберем что-нибудь еще. Любой ом, что предложит автосборочка, то и возьмем. Ох, какой драндулет. Чё-то как-то не хочется мне на нем ехать. Это, конечно, все классно, но не хочется. Так, еще один драндулет. Ну, по-другому это и не назовешь. Еще что-нибудь, давайте, последнюю круточку. Гравостар и молотобой. Это все у нас на трицикле. Весьма интересно. Погнали потестим. На трициклах мы еще не катались. Блин, меня уже заносит. Это вообще неуправляемая тачка. Страшно на ней ездить, если честно. Три колеса. Трицикл. Это все в красауте. Молотобойчик с Джалстара на 5000. Мне кажется, в кошмарах бы никому не приснилось. Но вот автосборка собрала. А что здесь ничего не стоит даже этого? Блин. Я забыл это название белого радиатора. Как-то, погодите, а как он называется-то? Что-то как-то холодос, не, не холодос, не холодильник. Я не помню, как называется белый радиатор.
Хочется холодос сказать, но я знаю, что это не так. Это не холодос. Я вроде вспомнил и забыл, блин. Как? Сейчас, погодите. Как называется-то, блин? Я специально выйду из боя. Как называют? Холодок, ё-моё. Холодок. Ладно. Крафт чудо как-то не увенчался своим успехом, поэтому давайте что-нибудь новое соберем. О, танчик. О, вот это реально уже годное. Мне прям по внешке нравится. Ну что ж так все печально-то? Жизнь несправедлива. Вот как только что-то нормальное, у него перевес. Ну, давайте что ли панцирь, может быть, апнем. Давайте немножко усовершенствуем этот крафт. Крафт. Надеюсь, сейчас выпадет приделка. Минус масса. О, вообще идеальная приделка и минус масса. Сейчас этот танк поедет. Надеюсь. Давай. Ты не развалишься по дороге? Да ты чё? Чё тебе надо-то ещё? У тебя всё равно перевес. Ты угораешь. Ладно. Еще немножечко усовершенствуем. Минус масса у Аполлона. Тебе хватит танк? Скажи, пожалуйста. Надеюсь, да. Больше ничего не нужно ставить апнутое. Так. Чё там? Я не понял. Тайфун. У меня есть апнутый тайфун, мне интересно. На минус массу. Есть. Ну все. Больше я ничего не буду менять. Да и незачем, мне кажется. Все, вот идеально. 62 км в час этот крафт едет. Без перевеса. Давайте покрасим все в одну красочку, чтобы все было одинаковое. Ну вот теперь идеально. Погнали тестить наш танк. Погнали на нашем танчике. Надеюсь, он меня не подведет. Я столько апнутых деталей в него вложил. Давай, не подведи меня. Здравствуй. На! Да что ж я промазал-то, ё-моё. Давайте, проваливайте. Сейчас мы вас всех обстреляем. Тайфунчик перезарядился, все замечательно. Запаленыши тут ездят, зараза. Так. Да ё-моё, да союз, блин. Печально. Рапирки, подключайтесь, подключаемся, все. Здравствуйте. Вы что-то имеете против? Не понял. Дробовод, до свидания. Добили одного, все замечательно. У нас там Хайраст еще живой. О. Это сразу надо грохнуть вот это вот, эту нечисть. Ягуайчик, ой-ой-ой, мне там ракеты кто-то запульнул. Откуда, только не знаю. Ладно, ягуай, сразу сбиваем вот эти вот ягуайчики, давайте. До свидания. Добивай, добивай его, все. Этого теперь давайте, на тебе. Я еще выжил каким-то образом, и меня это не перестает радовать. Аргументище, стой, сейчас я тебе еще запульну. Аргумент, на тебе. Аргумент, погоди. Да куда вы меня все тащите-то, союзы? Постоянно меня куда-то толкают. ОРН. Что этот значит, ник, я не знаю, но, чувак, вылезай. Тебе определенно хана. Куда ты там делся? Ага, все, вижу. Пойдем на перехват. Надеюсь, я успею до того края доехать раньше, чем они его догонят. Давай, давай, танчик, 62 км в час. Разгоняйся, быстрей, быстрей. Здравствуйте. Вы не туда поехали, Не понял, я думал, ты туда свернешь. О, РН, стоять. Вот он, пацаны, вот он, я его спалил. На тебе, я попал по тебе, наконец-то. Пламенщик, давайте, офигачим его. Еще у меня сейчас перезарядка пройдет, погоди. Выживи. Все, выжил и... Победа. У нас сколько очков за бой? 666. В принципе, да, символично. Какой крафт, такое число. Забавно. Давайте что-нибудь последнее на сегодня соберем. Итак. Вот это поворот! О боже. Ой, блин, это что? Топливная бочка. Топливный бак. Заряд. И вот это, ищи потрошитель тебе поставили. Ну, прицел, ну, мало ли, промажешь. В принципе, да, 4х не помешает. Еще и перевес, ну, как замечательно-то, а? Нет, 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 это не для меня. Даже не для меня, я не поеду на этом, потому что я не смогу на нем ничего сделать. Давайте что сделаем? Давайте сделаем от 7000. Вот что соберет автосборочка. Ну, на том не было смысла ехать, честно говоря, потому что, ну, меня взорвут сразу же. Так, нет, вот это было явно интересней. Давайте поедем все-таки на нем.
Я так подумал, подумал, поразмыслил и думаю, блин, ну как же задолбали автосборки на пулеметах. Сегодня у нас дает такой уникальный шанс протестить новую мету автосборочка. А, посмотрите на расположение палача, посмотрите на расположение потрошителя. Ну, это весьма интересное решение, такого нету нигде. Также у нас есть еще генератор сзади, закрытый бочками. Это тоже весьма нестандартное и интересное решение. Такого вы тоже нигде не увидите. У нас сегодня сплошной эксклюзив, пацаны. И таким шансом, ну, я не мог не воспользоваться. Этот шанс выпадает, наверное, один на миллион. Я не мог это предложение не взять. В принципе, давайте тестить. Тут ничего не скажешь. Так, пацаны. Я даже кого-то там уделал. Это интересно. Как? Как я смог кого-то подбить на вот этом? И у меня даже ничего еще не бахнуло. По мне никто не стреляет. Видимо, боятся, да. Боятся такого крафтеца, боятся возмездия, мести. Когда я развернусь и бахну с палача. Не, слишком слабенький. Я его не буду добивать. Так уж и быть, я сегодня добрый. Идем дальше. О, Хавираст, достойный соперник. Хавирастик, Хавирастик. На тебе. Да что ж ты не бахнул-то, а? Сейчас еще тогда добавочка будет. Хавираст, не уходи. Ай, добили. Ну, я бы его сам завалил, но тут союзы добили как-то, да? У нас еще два человека где-то катаются. Ага, вот. Сейчас Лоэрс приедет и зарешает. Ой, промазал. Промазал. Ну, просто не повезло. У меня прицел в последний момент подскочил, да? Так, давайте еще. Давайте, пацаны, его завалим, попробуем. Ой, опять что-то прицел влево, вправо ушел, точнее. Что-то как-то опять не повезло. Ну, сейчас точно попаду. О, попал, видите. Ну, я ж снайпер, тут, в принципе, не прикопаешься. Ты чё? Ты мне палача стрелил? Офигеть! Ему повезло, определенно. Так, все, ладно. Хватит этого трэша. Пора заканчивать. Что я сейчас выдал, я не знаю. Давайте, добивайте этого несчастного Хейраста. Вы чё, все без пушек, что ли? Так взорви его! Взорви, пожалуйста! Давай! Он не успеет взорваться 100%. Да, конечно. Ну вот второй-то, я надеюсь, додумается его взорвать. По базе мы и так точно выиграем. Надеюсь, этот Хайраст не доползет до базы. Ну, ну я верю в себя, ты его должен взорвать. Давай, давай. Чё за союзы такие, я не понимаю. Я молчу про себя, конечно, да. Я такой огромный вклад вложил. Давай, Владос 9000. The Владос 9000, тащи. Я верю в тебя. Внимание на базу А. Это ты сам с собой типа разговариваешь? Тут так много людей осталось, да. Все, мы по базе выиграли. Сколько у меня очков за бой, мне интересно. Смотря на крафт и на кабину, я сразу вижу, как тебя киляют. Это комплимент или нет? У нас 700 очков за бой и пятое место по команде. Да. Я старался и занял первое место. В общем-то... Вот такой вот у нас сегодня был годный видосик. Пишите в комментарии, как вам рубрика «Повезет, не повезет». Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.